Картина вторая. Восьмая казнь египетская. В 1823 году генерал-губернатором Новороссии, а заодно наместником Бессарабии вместо Инзова, стал граф Михаил Семенович Воронцов, человек военный и вместе с тем крепкий хозяйственник. Он вырос в Англии, где отец его был послом. В поведении графа было что-то от английского лорда. Штрих к портрету. В 1818-19 годах Воронцов командовал российским оккупационным корпусом во Франции. И когда корпус выводился обратно на родину, Михаил Семенович из личных средств отдал местному населению все долги, которые сделали его офицеры и солдаты, около 1,5 миллиона рублей. Воронцову пришлось для этого продать одно из своих имений. Пушкина перевели к Воронцову в Одессу, которую поэт посещал и ранее, при Инзове. Александр Сергеевич поселился в отеле «Рено» возле театра. О да, в Одессе был театр. «Я не бываю нигде, кроме театра», – писал Пушкин своему брату-младшему Льву, или Алаину, как он его назвал. Строка в Евгении Онегине «Идет меж кресел по ногам» родилась именно в это время, как наблюдение за собой. После Кишинева Одесса образом жизни казалась поэту Европой. Его «не бываю нигде» должно включать в себя также прогулки по городу и посещение друзей. Еще с Кишинева у Пушкина завелся обычай ходить с тяжелой железной палкой. Чиновник при Воронцове Никанор Лангинов, не путать с братом его Николаем, спросил Пушкина о палке. Зачем она? Тот ответил: для того, чтобы рука была тверже, если придется стреляться. Слава Пушкина в полную гремит далеко от него, в обеих столицах. Его издают. В Москве в театре на Маховой идет балет «Руслан и Людмила». А в Одессе Пушкин живет почти без средств. И жизнь тут дороже, чем в Кишиневе, и окружение сплошь совсем уж аристократическое, и шинель по-генеральски не поносишь, не говоря уже о стрельбе хлебными шариками в потолок. Словом, было туго. Лепранди вспоминает, как присутствовал на обеде у Воронцовых. Конечно, был там и ссыльный поэт. Он сидел довольно далеко от меня и через стол часто переговаривался с Ольгой Станиславовной Нарышкиной, но разговор почему-то вовсе не одушевлялся. Графиня Воронцова и Башмакова иногда вмешивались в разговор двумя-тремя словами. Пушкин был чрезвычайно сдержан и в мрачном настроении духа. Вставший из-за стола, мы с ним столкнулись, когда он отыскивал между многими свою шляпу. И на вопрос мой: «Куда?» «Отдохнуть», — отвечал он мне, присовокупив. Это не обеды Балаговского, Орлова, и даже не окончил и вышел. Да, прежде в Кишиневе он чувствовал и вел себя свободнее, общаясь среди общества более простого. Он говорил, что никогда не любил аристократических, семейных, этикетных обществ. Пушкин мрачнел день ото дня. По городу поползли эпиграммы на сотрудников канцелярии графа Воронцова и даже на дам, которые танцевали у него на балах. Досталось и самому Воронцову, но виду он не подал. Разумеется, свет приписывал эпиграммы мрачному Пушкину, хотя, возможно, следовало кое-кому еще, в то время закадычному другу Пушкина Александру Раевскому, брату того Раевского, с которым Пушкин путешествовал отдыхать на Кавказ. Но про злого гения чуть позже. Пушкин ездил в тогдашний пригород, на дачу, известную как хутор Рено. В Одессе большие дачи называли хуторами. Хутор Рено – это примерно где сейчас окрестности санатория Чкалова на Французском бульваре. Одесский извозчик Береза вспоминал. Был тут в графской канцелярии Пушкин. Чиновник, что ли? Бывало, больно задолжает, да всегда отдаст с процентами. Возил я его раз на хутор Рено. Следовало 5 рублей. Говорит, в другой раз отдам. Прошло с неделю. Выходит, вези на хутор Рено. Повез опять. Следовало уж 10 рублей, а он и в этот раз не отдал. Возил я его и в третий, и опять в долг. Нечего было делать. И рад бы не ехать, да нельзя. Свиреп был, да и ходил с железной дубинкой. Прошла неделя, другая. Прихожу я к нему на квартиру. Жил он в клубном доме на втором этаже. В
вхожу в комнату, он брился. Я к нему: «Ваше благородие, денег пожалуйте». И начал просить. Как ругнет он меня, да как бросится на меня с бритвой, я бежать, давай, Бог, ноги, чуть не зарезал. С той поры я так и бросил. Думаю себе, пропали деньги и искать нечего, а уж больше не повезу. Только раз утром гляжу, тут же и наша биржа, Пушкин растворил окно, зовет всех, кому должен. Прихожу и я. На вот тебе по 6 рублей за каждый раз, да, смотри вперед, не совайся. И Береза спрашивает: да зачем же он ездил на хутор Рено? Извозчик отвечает: а Бог его знает. Посидит, походит по берегу час-полтора, потом назад. Дача севернее хутора Рено принадлежала купцу греку Антонио Феогности, а к ней еще севернее примыкала дача семьи Рассет, которую арендовали Воронцовы. На даче Рассет часто жила супруга Воронцова Елизавета Ксавьерьевна, урожденная Броницкая. Род Броницких обитал около Белой церкви под Киевом. Кстати, именно Элиз, так называли Елизавету в кругу друзей, подарила Пушкину его знаменитый перстень-талисман. Многие путают дачу Рено и дачу Рассет. Так вот, дача барона Рено в то время пребывала в запустении, а вот у Рассетов можно было жить со всеми удобствами. Дачу между ними, Феогности, арендовала жена приятеля Пушкина, князя Петра Вяземского, Вера Вяземская. Она отдыхала тут с больными детьми. Через коммерческий банк Вяземский, устраивавший публикации Пушкина в столице, переводил на Веру гонорар для поэта. Пушкин ходил в гости на обе дачи, а дачу Рассет облюбовал для визитов еще и упомянутый мною ранее Александр Николаевич Раевский, навещавший графиню и в ее Белоцерковском имении. Этого Александра Раевского пушкинисты прочат в прототипа злого гения из стихотворения «Демон». Отставной полковник и бывший адъютант Воронцова, он прибыл с ним в Одессу и состоял под его начальством. Александр Раевский слыл человеком умнейшим, но скверным. Позже, когда он переберется в Москву, его назовут «сатаной из чистых прудов». Но он и до того слыл скверным, определенно. Также он приходился троюродным племянником графини Воронцовой. Поэт Юзефович, кстати, адъютант Раевского отца, вспоминал об Александре. Ему свойственна была какая-то демоническая злоба, которая заставляла его ненавидеть тех, кто делал ему добро, разрушать счастье везде, где бы не замечал его. И Бог весть что между ними четырьмя случилось: Пушкиным, графиней, графом и Раевским. Даже их современники не поняли, что к чему. Одни полагали, будто Раевский ухлёстывает за графиней, а Пушкин отводит на себя ревнующие глаза графа Воронцова. Другие считали, что оба, и Пушкин, и Раевский, соперничали между собой за место в сердце графини. Как бы ни было, Раевский подзуживал Пушкина против Воронцова, а последний думал на Пушкина, что он не только ухажер его жены, но и лишь слабый подражатель лорда Байрона, коего Воронцов тоже не шибко почитал. Вигель писал: как все люди с практическим умом, граф весьма невысоко ценил поэзию. Гениальность самого Байрона ему казалась ничтожной, а русский стихотворец в глазах его стоял едва ли выше Лапланского. А этот водворился в гостиной его жены и всегда встречал его сухими поклонами, на которые, впрочем, он никогда не отвечал. Негодование возрастало, да и Пушкин, видя явное к себе презрение начальника, жестоко тем обижался и, подстрекаемый Раевским, в уединенной с ним беседе часто позволял себе эпиграммы. Назревала катастрофа. Воронцов послал доклад министру иностранных дел Нессельроде, учреждение, при котором, собственно, и состоял Пушкин на службе. В докладе, вежливом, но довольно презрительном касательно Пушкина, он говорил о росте популярности поэта среди местного населения и что лесть поклонников поэзии не идет ему на пользу. Воронцов писал: «По всем этим причинам я прошу ваше сиятельство и спросить распоряжений государя по делу Пушкина.
Если бы он был перемещен в какую-нибудь другую губернию, он нашел бы для себя среду менее опасную и больше досуга для занятий. Я повторяю, граф, исключительно в его интересах я обращаюсь с этой просьбой». Несколько позже Воронцов в другом послании к Нисельроде снова напомнил: «Я повторяю мою просьбу, избавьте меня от Пушкина. Это может быть превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе. Но Петербург далеко, пока там министр Нисельроде с государем Александром что решат в отношении Пушкина». Воронцов предпринимает действия уже сейчас. Он, чтобы хотя бы временно вытурить Пушкина из Одессы, бросает того вместе с другими чиновниками своей канцелярии на саранчу. Приказ 22 мая 1824 года за номером 7976. Желая удостовериться о количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи, равно и о том, с каким успехом исполняются меры, преподанные мной к истреблению оной, я поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский. По прибытии в город Херсон, Елисаветград и Александрию явитесь в тамошние общие уездные присутствия и потребуйте от них сведения. В каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные уездными присутствиями. Обо всем, что посему вами найдено будет, рекомендую донести мне. Пушкину приказывает начальник. Что делать поэту? Он бросился к Филиппу Вигелю и сообщил, что ему, Пушкину, готовится величайшее неудовольствие. Вигель заикнулся было Воронцову, чтобы Пушкина того помиловали, не вызывали у него величайшее неудовольствие. Но, как вспоминает Вигель, Воронцов побледнел, губы задрожали, и он сказал мне: «Любезный Филипп Филиппович, если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце». А через полминуты прибавил: «Также и о достойном друге его Раевском. Последнее меня удивило и породило во мне много догадок». Итак, Пушкину предстоит потрудиться вместе с другими чиновниками и даже военными выяснить масштабы стихийного бедствия, нашествие саранчи, катастрофа для сельского хозяйства и личная катастрофа поэта. Он пишет, остался черновик, письмо к правителю Воронцовской канцелярии Казначееву 22 мая 1824 года, Одесса. «Почтеннейший Александр Иванович, будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, вправе ли отозваться на предписание его сиятельства. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно насчет моего положения. 7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы неуместны. Я сам загородил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога, не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого. Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы. Я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений, единственно по той причине, что нахожусь за 2000 верст от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты. Я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паёк ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если я не могу быть властен в моем времени и занятиях. В
Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова, так же, как и вашим, как и мнением всякого честного человека. Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Семеновичу. Если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства. Но, чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной. Знаю, что довольно этого письма, чтобы меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов. Но чувствую, что переменив мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь. Еще одно слово. Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собой смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктора. Уже ли нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, который, верно, не продлится? Свидетельствую вам глубокое почтение и сердечную преданность. Свидетельством об аневризме Пушкин обзаведется годом позже, в 1825-м, будучи уже в новой ссылке на Псковщине. Официальную бумагу выдаст тамошнее врачебное управо, а подпишет инспектор управы, который по образованию был ветеринаром и написал много книг на эту тему. В выданной справке значилось, что Пушкин действительно имеет на нижних конечностях, а в особенности на правой голени, повсеместное расширение крововозвратных жил варикостас тотиус крурис декстри, отчего господин коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще. В удостоверении сего и дано сие свидетельство из Псковской врачебной управы за подлежащим подписом и с приложением ее печати. Инспектор врачебной управы В. Всеволодов. Всеволодов. Не тот ли это Всеволод Иванович Всеволодов, с которым Пушкин познакомился в прошлом году? Не тот ли Всеволод Иванович Всеволодов, с которым Пушкин ездил по окрестным селениям, и во время поездок инспектор занимался ветеринарией и человеческой медициной, а Пушкин собирал фольклор? Да, это тот самый Всеволод Иванович Всеволодов. И так сделан ход конем. Пушкину подтверждена болезнь. И вот, благодаря аневризму и прошению матери Пушкина к императору Александру, ссыльному поэту величайшей милостью дозволено было перебраться из имения Михайловского в сам город Псков для лечения. Лечиться в Пскове не входило в планы Александра Сергеевича. Исцеление было для него спасительной соломинкой, ухватившись за которую можно было бы дать дёру за границу. Пушкин в письме 1825 года своему старшему другу, поэту Василию Жуковскому: «Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство в Пскове, но я строго придерживался повеления высшего начальства. Я справлялся о псковских операторах, мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей. Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность Его Величества. Боюсь, чтоб медлительность мою пользоваться монаршей милостью не почли за небрежение или за возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность?» Дело в том, что 10 лет, не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг об нем расхлопотаться. Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства. Обнимаю горячо. Александр Пушкин. Жуковский, однако, продолжая беспокоиться о здоровье друга, хотел прислать к Пушкину хорошего врача, профессора Мойера из Дербцкого университета, но Александр Сергеевич отказался. Причину он пояснял в письмах князю Вяземскому так: «Аневризмом своим дорожил я 5 лет, как последним предлогом к избавлению, ultima ratio libertatis.
И вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку. Выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике. Зачем не хочу я согласиться на приезд ко мне Мойера? Я недовольно богат, чтобы выписывать себе славных докторов и платить им за свое лечение. Мойер друг Жуковскому, но не Жуковский. Благодеяний от него не хочу. Вот и все. Когда же Жуковский продолжил настаивать на приезде медицинского светила, Пушкин уже раздраженно отмахивался. «Мне право совестно, что жилы мои всех вас так беспокоят. Операция аневризмы ничего не значит, и, ей-богу, первый псковский коновал с ним бы мог управиться». Но Пушкин и в самом деле иногда хромал. По свидетельству Владимира Даля, когда тот впервые встретил Пушкина зимой 1827, тот двигался легко и быстро, но прихрамывал и опирался на палку. Причиной Пушкин называл проклятый рюматизм. Но вернемся в год 1824. Пушкин пытается отказаться от поездки для учета бедствий, учиненных саранчой, и пишет письмо Казначееву, чтобы тот как-то отвел беду, может быть, переговорил с Воронцовым или еще чего. Ведь он, Пушкин, 7 лет, если вы еще не задумались над 7 годами, в течение которых Александр Сергеевич числился государственным служащим, получал жалование, как он выразился, паек невольника, но на работу не являлся, самое время задуматься. Разве такое положение вещей не было удивительным для начальства? Возможно, и было, но принималось как должное. Следовательно, на такое принятие исключительного положения Пушкина было предписание свыше. И вот впервые после 7 лет службы над Пушкиным нависла угроза выполнения государственной работы. Однако, написав письмо Казначееву, день спустя Александр Сергеевич таки отправился в командировку считать саранчу, ибо сохранилась его расписка за 23 мая о получении прогонных денег – 400 рублей. Воронцов предполагал, что Александру Сергеевичу придется колесить много и долго. Доподлинно известно, что того же дня Пушкин отбыл в город Херсон. Но 25 мая он прибывает в имение предводителя дворянства Елисаветградского уезда Льва Львовича Добровольского, Сасовку, что была и поныне есть неподалеку от Елисаветграда, более известного как Кировоград. В имении как раз отмечали день рождения дочери хозяина, а через день, 26-го, отметили 25-летие самого Пушкина. Он кратко записал себе на память путешествие, венгерское вино. Отъезд Пушкина из Сасовки происходит торжественно. Дамы осыпают его цветами, мужчины провожают в Елисаветград. Поэту надлежит проинспектировать еще Херсонский и Александрийский уезды. Знакомый Пушкина генерал-майор Михаил Орлов писал супруге Екатерине в Киев 29 мая. Пушкин был послан на саранчу. Он воевал с нею и после весьма трудной кампании вернулся вчера, отступив перед несметным неприятелем. Вернувшись, Пушкин подает графу Воронцову следующий рапорт. «Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и снова улетела». 2 июня Пушкин подал в отставку, в первый, но не последний раз в жизни. Сообщая об отставке Тургеневу, Пушкин заключает письмо мнением. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Между тем, до Воронцова дошел, наконец, ответ Нислерода, мол, государь прикинет, что делать с Пушкиным. Некогда оплеванный Пушкиным в стихах, плешивый щеголь, враг труда, император Александр крепко задумался. Теперь Воронцов переправляет в столицу прошение Пушкина, выдержки
из оного прошения, составленного на имя того же врага труда. Всепресветлейший, державнейший, великий государь-император Александр Павлович, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший, просит коллежский секретарь Александр Пушкин, а о чем тому следуют пункты. Первый. Вступив в службу вашего императорского величества из царскосельского лицея с чином коллежского секретаря в 1817 году июня 17 дня в коллегии иностранных дел, продолжал он и в Санкт-Петербурге до 1820 года. Потом волею вашего императорского величества откомандирован был к уполномоченному наместнику Бессарабской области. Второе. Теперь, по слабости здоровья, не имея возможности продолжать моего служения, всеподданнейше прошу. Третье. Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня, вышепоименованного, от службы уволить. И так далее. 8 июня прошение было у Воронцова. И он будто первый раз замужем и не знает, что делать. Частным порядком посылает прошение Пушкина не царю, а Неслероде с просьбой рассудить, как поступать и надо ли представить медицинское свидетельство. Между тем Неслероде уже ничего не решает, решает царь. К нему стекаются и выписки из частных писем Пушкина, ведь переписка молодого поэта и скромного чиновника, который отроду не написал ни одной служебной бумаги, почему-то перлюстрируется. Пушкин всю жизнь говорил потом, что Александр упек его в новую ссылку из-за признания в атеизме, которое Пушкин сделал в одном письме. При этом Пушкин, получается, о перлюстрации был осведомлен. По крайней мере, уже осенью того же 24 года он писал Жуковскому: «Я сослан за строчку глупого письма». Не была ли эта строчка нарочной? В конце июля министр Неслероде посылает Воронцову письмо после одобрения оного императором. В письме сказано, что Пушкин далек от отречения от дурных принципов и «Его Величество не соизволил ограничиться исключением его со службы, но почел нужным выслать его в имение, которым его родители владеют в Псковской губернии, и водворить его там под надзор местных властей. Да благоволит ваше сиятельство поставить в известность господина Пушкина обо всех решениях, которые его касаются, наблюсти, чтобы они были выполнены со всей точностью, и отправить его без промедления в Псков, обеспечив ему путевые издержки». Итак, Пушкин теперь уволен, то есть прошение его таки удовлетворено, хотя не по причине болезни, а по недостойному поведению. Прошение удовлетворено, но ссылка продолжена, отправлен на дом, в родительские пенаты. Александр Раевский остается в Одессе и хотя тоже увольняется со службы при графе, однако находит место у дальнего родича графини. Позже он переселится в Москву, попадет под следствие за возможную связь с декабристами, что не мудрено при его родственных связях, но будет обелен. Воротится в Одессу в 1828 году на виду у всех, с хлыстом в руках, остановит карету графини Воронцовой и крикнет, чтобы она заботилась об их общей дочери. Спустя 3 недели его вышлют в Полтаву по формулировке «за разговоры против правительства и военных действий». Много лет спустя, когда старший Николай Раевский, отец братьев Николая и Александра, умрет и над семьей нависнет угроза полного разорения из-за накопившихся долгов, та угроза, которая будет давлеть позже и над семьей самого Пушкина, поэт употребит свое странное влияние на царственную особу и обратится к Николаю Первому, как обычно обращался через посредника в лице шефа жандармом Бенкендорфа. Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном положении. Вдова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может донести ее голос до царского престола. То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. Половина семейства находится в изгнании, другая накануне полного разорения.
Доходов едва хватает на уплату процентов по громадному долгу. Госпожа Раевская ходатайствует о назначении ей пенсии в размере полного жалования покойного мужа с тем, чтобы пенсия эта перешла дочерям в случае ее смерти. Этого будет достаточно, чтобы спасти ее от нищеты. Прибегая к вашему превосходительству, я надеюсь судьбой вдовы героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блестящая, а кончина так печальна, заинтересовать скорее воина, чем министра, и доброго и отзывчивого человека скорее, чем государственного мужа. Государь назначит вдове старшего Раевского пенсию 12 тысяч рублей ассигнациями. Вдова Пушкина будет получать 15 тысяч. Но это будет позже. А пока 1824 и Пушкин, над которым занесен карающий государев меч, действует. Действуют и его друзья. Из письма графа Воронцова почт директору Булгакову 24 декабря 1824 года. Что касается княгини Вяземской, то скажу вам, но это между нами, что наш край еще недостаточно цивилизован, чтобы оценить ее блестящий и острый ум, которым мы до сих пор еще ошеломлены. И затем мы считаем по меньшей мере неприличными ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и шалопаем Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков. А ведь был затеян побег, а ведь был хитроумный план. Одесса – портовый город, и оттуда можно уплыть куда-нибудь за границу. Княгиня Вяземская пыталась договориться, чтобы Пушкина тайно приняли на борт какого-нибудь корабля, и искала для того деньги. Но план был раскрыт, и Воронцов воспрепятствовал этому путешествию морем. Предстояло путешествие сушей. В поездку на Псковщину государство выдало Пушкину прогонные – 389 рублей 4 копейки по числу верст, а их было много, 1621. В дорогу Пушкин одалживался денег, у той же княгини Вяземской взял 600, а отдавал его карточный должник Савелов. Потом дядя того Никифора Лангина, что Пушкина про его железную палку спрашивал, дал Пушкину 50 или 100 рублей. Пушкин затем их вернул с благодарственным письмом. Письмо выпросили одесские дамы, почитательницы таланта Пушкина, и поделили оное между собой на части. Пушкин покидает Одессу, чтобы следовать в новую ссылку, в Михайловское. Тронулись! Его видели на Украине проездом на почтовых лошадях через деревню Радзянки. Встречу эту описывают так. Когда к дому быстро подкатила почтовая тележка, с нее спрыгнул незнакомец, странно костюмированный. Узнав от слуги, что Радзянка дома, поспешно прошел зал в кабинет хозяина. На незнакомце был красный молдаванский плащ, такого же цвета широчайшие шаровары, на ногах желтые туфли, а на голове турецкая феса с длинной кистью. Длинные волоса касались плеч, в руке же держал длинную палку с крючком на конце, подобную тем, какие носят степные пастухи. Надо полагать, в таком виде Пушкин прибыл и в родовое имение Михайловское.